Стой, да, считает. Стоп. Ставим шире, приготовились. Готовы? Да. Пошли. Уно. Он. Да. Сегодня пошло шестое, да? Три. В одну сторону 8, а в другую 8. А сейчас патрон. Ну и патрон, сколько ты же патрон. Смотрю, вот патрон. Вон. Все, да? Да. Хорошо, молодцы. Так, ушли сюда, сели. Вот сюда сели. Да, Ярослав, поставьте вот наискосочек, поставьте один мат и второй мат. Чуть-чуть туда. Вот так, стоп. То есть я хочу, чтобы наискосочек. То есть отсюда сюда будем делать поворот вперед. Еще туда. И вот мат возьми. Эй, мне это не надо всякий тут. Может, как хорошо сидеть. Так. Нет, нет. Вот сюда, пожалуйста, рядом, чтобы один кувырок, потом второй кувырок. Еще. Так, да. Все. Значит, внимание сюда. Садились, сели. Так. Да. Значит, сейчас, все, сейчас я пойду поставлю там этот, и вот, все, сейчас я буду, я сразу знаю, что работает, потом мне там, я пахал, а эти бакари сидят и балуются. Да, давай, покажи нам, значит, еще раз, кувырок, во время кувырка сын и женой, четко, красиво, раз, два, хоп, и кувырок, и там, и вот сюда идем, пожалуйста, Альбер, пошел, кувырок, два шага, прыгать не надо, четко, раз, так красиво. Нет, ну красиво по гимнастике это надо вот так встать. А ты что, красиво, может быть, ножки вместе, руки не сюда, а вот сюда. Ты когда в гимнастику видел, что у тебя пальцы вот так стоят? Вот, тебе как у пенсионера пальчики. Вот, должно быть, вот. Так, ушел. Пошли следующие, вперед, встали все, все встали. Пошли по очереди. Понял. Где? За колени. Вот у меня, дай меня отходишь.
давай. Так. Вика. Хорошо. Вадим. Не очень хорошо. Ты спешишь. Плохо. За меня уходи. Нет. Подожди, подожди. Вика. Подожди. Ой, нет, Андрей. Вы. Где встать? Где красивый? Выход. Пожалуйста, вперед. Не спеши, спокойненько. Шаг, толчок. Вот. Оценка 6. Давай. Так, оценка 4. Оценка. Оценка 6. Оценка 3. Оценка 4. Патру. Оценка 3. За меня сходи, пожалуйста. Так. Оценка 3. Вперед. Вот. Вот так же еще раз делай. Вот. Оценка шапки. Ну, первый. Ноги сгибаешь очень сильно в колени. Оценка чинч. Ты уже столько лет идешь. Так, оценка шапки. Оценка чинч. Оценка 3. 3. Стоп, стоп. Касаешься головой. Представь, что ты на асфальте делаешь. Головой касаешься. Раз. Подходите, эй! Я кому рассказываю? Подходите и приседаете очень низко. Зачем? Сделайте шаг. Шаг. Чуть-чуть ногу согнуть. Поставите ручку. Этой ногой вы будете толкаться. Когда вы будете прыгать через препятствие, вы будете разбегаться и толкаться двумя ногами. А так как здесь препятствия нет, вы делаете движение. Раз, шаг. Нога. Оп, голову убрали. Этой ногой вы толкаетесь. Переворачиваетесь за колени. Так нельзя колени ставить, потому что можно удариться лбом в колено. И будет вот такая шишка, глаз подбит, нос разбит. Раз. Поэтому ножки должны быть. Голова прошла сюда и вышла. Это когда очень быстро делаешь кувырок, она может ударить. За колени. И когда встал, оп, красиво. И сразу делаем два шага вперед. Не так, как вы. И сразу в бок. Наоборот. Встал. Всегда лишний балл. То есть, если ты сделал на 5, тебе поставят 6. Как подход, отход. Ну, я в институте так делал. У меня двойка была. Не, ну там другие, там не перекладины, я. Раз. Том, прыгнул. Три. То есть, у нас раньше было двойка, это двойка, плохая оценка. Вот. Тройка, это ни туда, ни сюда. Четверка, все. Вот. И меня... Три. За правильный подход и отход. И все. Понятно? Пошли. Быстрее, 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 быстрее. Раз. Я сейчас видео оценки. Вперед не пришли. Вот только начинает. Все, уже пошел. Уже пошел. Она там, а ты здесь. Еще 2-3 раза, я еще раз. Сейчас мы проверим. Сейчас уберу очки. Вот, только забыл, нужно спускать. Все будет хорошо. Спешишь. Георгий, не спеши, Григорий. И ты не спеши. Вот только он начал делать, ушел тогда. Пожалуйста. Хорошо. Мате. Итак, на оценку делаем. После этого у нас будет другой прием. Итак, Андрей, пожалуйста, делаешь. Вот, видишь, руками помогаешь. Все, как бы кувырки нормальные, да. Но больше штыки не могу поставить. Чинч. Так, чинч, шаска.
Стоп, назад. Назад. Я сейчас проверяю, поэтому шапка. Пока Вика лучше всех. Пожалуйста. Так. Ты же головой касаешься. Так, патру. Руки сзади, руки за колени. Жмуть и встать. Так. Лучше. Туда, туда. Оп, чинч. Так. Так, три. Сюда. Они ноги прямые, как у этого. Ну и ноги сухие, встань. Три. Стоп. Север туда. Север туда. Значит, кто у нас выиграл? Я. Вика выиграла, семерочку имеет. Ты делаешь лучше ее. Красивее ее. Но не собралась. То есть здесь соревнование, но есть соревнование. Вадим, 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 садись сюда, все, вот. Значит так, у нас вы вдвоем встали, берете мат, ставите вот сюда, вы вдвоем, Григорий и его, Вадима, другой мат, и вот туда, это туда, это сюда, вдвоем, вдвоем, раз, так, и у нас стойка. Если вы хорошо помните, мы делали выведение за равновесие. Вообще дзюдоисты сидят на коленях. Вот в Японии все дзюдоисты, дети, взрослые сидят на коленях. Ладно, я вам разрешаю просто садиться аккуратненько. Вот. Да, иди сюда. Значит, еще раз. И дальше. Вот то, что мы делали в прошлый раз, я беру классический захват, ты берешь ответный захват. Нет, моя рука вот эта левая. Да, необычный захват. То есть, кто правша, они борются в правую сторону. Кто левша, борется в левую. Вот таких, как я, левше, их меньше. То есть, их 20%, кто борется так. Поэтому непривычно ему бороться со мной. То есть, мне легче. Итак. Одну ножку вперед, одну назад. Наоборот, да. Вот так. Я взял классический захват. Помните, да? Когда мы выводили из равновесия. Раз. Стой, спокойно. Спокойно. Выводим из равновесия. Расслабься. Расслабься. Да, я тебя не бью. Расслабься. Теперь смотрите, еще раз. Я его вывожу из равновесия, ухожу и скручиваю. Раз, раз, раз. Он идет и делает страховку. Вы помните это, правильно? Давай еще раз. Мы делали так, даже с фронтальной стойки. Ручки. Я беру захват и ответ, ножки во фронтале. Можно отсюда, можно чуть-чуть. Ой, какой ты. Знаешь, вот если человек напряженный сильно, у него мышцы устают быстро. И когда он расслабляется, и все, его сразу бросают. Все спортсмены это расслабленные люди. Боксеры, волейболисты, все, не расслабленные. Только когда надо, я раз собираю. А ты стоишь напряженный, и когда что-то надо сделать, ты должен расслабиться, а потом сделать. Ну вот будь такой, как я, все. То есть, ну вот возьми правую левую, мне сделай. Смотри, нет, не так быстро. Вот, раз, два, делай. Вот, мы делаем. Спокойно, спокойно. Раз, выводим его, иди, 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 и... Еще раз вставай. Может быть, в другую сторону у тебя будет лучше. Еще раз берем захват, несколько раз, раз, два, тихонечко, хоп, нагружаем на локоть, на локоть, на локоть, падение, встал, вопросы, после этого же, после этого, ручки, мы должны научиться делать прием в движении, и пошли, пошли, то есть я иду, потому что все приемы в борьбе с дзюдо делаются в движении, вот мы идем, идем, ой. Смотри. Ты идешь назад. Ты не должен не падать. Ты как футболист. Вот смотри, не любишь играть в футбол. Смотри. Вот ты должен идти вперед, ты должен идти назад. Ты не сидишь, должен двигаться сюда, сюда, баскетболист. Раз, раз, защитник, сюда. Хоккеист. Все даже. А ты на пяточку наступаешь. Конечно, тебе тяжело. Берем захват. Так. Раз.
два. Затем я его вывожу. Оп, движение, движение, движение. И вот падаю. Ой. Знаешь, о чем это говорит? Потому что редко ходишь. Значит, еще раз. Взять захват. Два раза. Раз, два, раз, два. Нагрузить сюда. Развернуться и сделать бросок. Оп. Вопросы? Нет. Нет. Вика, ко мне. Кого бросаешь? Раз, два, три. Встали. Кого? Его, его, его. Его. Да. Она тебе броски делает. Вперед. Вы. Вдвоем туда. Ты его начинаешь броски делать. Вы. Алис. Вадим начинает делать. На месте. Сюда. Девочки. Сюда. Михаил. Михаил делает. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Еще раз. Стоп. Не двигаемся. Встали. Делаем раз, два, три. Убираем ногу и делаем бросок. И после этого меняемся. Один раз Михаил, один раз Андрей. Хаджин. Нет, 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 не меняемся. Первый номер делает. Первый номер. Михаил делает, а я смотрю. Давай. Так, где моя палочка? И раз. Вот так хорошо. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, заходите. Переодевайтесь. И ко мне. Стоп. Андрюха. Так у нее с тобой нет. Это у нее третье. Еще раз убить. Буду родители разговаривать. Значит, посмотри внимательно. Тебе не надо. Пожалуйста, это будем давать. Вас сегодня кросс и качаете. И это пятница. Тоже шверг. Жой. Ковер. Я сказал, что ты делаешь. Иди сюда, да, ко мне, да, ко мне поворачивайся. Ты не даешь ей отрабатывать, поворачивайся. Ты не даешь ей поворачивать, ты не даешь отрабатывать. Мне надо, чтобы она отработала. Ты понял? Бороться будем позже, пожалуйста. Переодеваетесь ко мне туда, просто качаемся. Вот, 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 какая умница. Молодец. Смотри, ножка подбирается. Давай. Да, ты начинаешь не баловаться. Она нет. Она. А сейчас я вам покажу тот же самый бросок, но он будет идти легче. Что? Сюда. Посмотрели сюда. Не здесь берем захват, а берем захват выше. Можем просто взять, посмотрите, взять отсюда. Андрюша. Смотрите еще раз. Раз. Потом делаем два. Вот эту руку за шею, сюда. С одной. Хаджина, прямо за шею берем. А я еще меняешься. Никто не меняешься. Кто делает? Кто делает? Вали, наклонись, где он убирает. Раз, два, три. И отсюда. Берешь его за шею. Вот он потом мне заводит. Прямо за шею потом. И. Раз. Вот, вот так, правильно.